Приходится читать очень много литературы и статей, в частности, об экстрасенсах, о людях, как-то особенно чувствующих. Джуна да. делает доклады в Организации Объединенных Наций, лечит Брежнева, якобы, мы же не можем это проверить. Скажите, есть экстрасенсы или это тоже ерунда? Ну, вы понимаете, есть люди с невероятной наблюдательностью, способностью такой. Есть вот состояние гипноза, люди по ним, такая вот, даже мы с вами разговариваем, понимаете? То, что вы меня видите, я вас вижу. Мы не только речью обмениваемся, но я вижу вашу мимику, я вижу ваше выражение, ваши глаза. Понимаете? Если я смотрю на человека в телевизоре, у меня нет такого контакта с ним, как и у нас есть с вами. То же самое и здесь, понимаете? Мы, то есть мы экстрасенсы в данном случае. В каком-то смысле мы, потому что это вне, даже мы сами не понимаем, что это означает. Мы не можем сразу это интерпретировать, как это делается с речью.